5 мая 2017 год, город Бендеры, улица Ленина. Я вот для ДК Ткаченко, я вот специально вам хочу показать наши каштаны цветущие. Вот они. Давайте пройдемся вокруг ДК имени Павла Ткаченко и выйдем опять сюда. У нас весна, это очень красивый, по-настоящему, время года. Сегодня очень день хороший, как вы видите, и фонтан у нас уже есть. Просто он такой был маленький, а сейчас он стал побольше. Значит, завтра в 5 часов на площади Освобождения у нас будет такой молодежный танцевальный марафон, который я очень хочу его снять и показать вам, нашему зрителю. Давайте сделаем маленькую тут такую прогулочку среди этих великолепных каштанов, которые расцвели в нашем городе. Я вспоминаю немножечко такую хулиганскую песню. Помните, там отцвели каштаны, выросли друзья, и в моей прическе поменялось что-то. Где-то бетарабка, где-то молодость моя. Ну, можно даже сказать, в Приднестровье я нашел свои заботы. Помните, да, там сыну своему я часто говорю: «Почекай, сынок, а дальше вам известно, ладанку свою ему я подарю». Ну, там, ну, давайте про Бендеры с ним споем. Мы снова песню слушаем. Очень так хорошо получилось. Ну, вот тут еще ивушки пока, вернее, это шелковица, не начали давать свой плод. Тренировка идет, наверное, на втором этаже. Я как-то сделаю для вас специально, ну, такую, знаете, мягко говоря, экскурсию по ДК Ткаченко, если у меня такая хорошая появилась идея. Но сегодня мы так вот по парку, вокруг парка сделаем такое путешествие. Я чувствую, что немножечко ветерок холодный, обещали дождь и погоду достаточно изменчивую на эти выходные. Ну, посмотрим. Вот чувствую, что ветерок такой прохладненький, такой, знаете, как вот с моря прибывает. А вот такой же куст я недавно фотографировал. Он был возле нашей здравницы, поликлиники. Ну, тополя, они вот, я был как-то вот в 9-й школе, делал сюжет, ролик. Они полностью поломаны. Достаточно хрупкое дерево, тополь, и он ломается очень быстро. Ну, а к одноименной улице Ткаченко я только что подошел. Ну, Рич-вокзал я вам показывать не буду, потому что он в таком состоянии. Говорят, там даже бомжи живут, есть комната специальная. Ну, все может быть. На Рич-вокзале я не был, наверное, лет 25, а то и больше. Сейчас, правда, вот катерок ходит, но сколько стоимость его, наверное, я думаю, рублей 30-35. Ну, пошла улица Ткаченко, а вот
Вот ритуальные услуги. Я вот вчера друзей провожал. Это едет катафалка. Вот такие вот машины, такие газели. Давайте на тополя глянем. О, я прошу прощения. На цветущие каштаны. Это еще чуть-чуть, они засохнут, и их не будет. ДК Ткаченко. Вот это зал главный. Вот тут, наверное, пожарный выход. Один из. Я вот только что был в администрации ДК Ткаченко, здесь в клубе. Мне попросили, я вот снимал концерт 1 мая, отчетный концерт при ИТИНИИ, и пока еще его нету в сети. Зарицкому, который основал при ИТИНИИ, ему вручали диплом, награждали, и меня попросили вырезать этот кусочек и принести. И я вот уже хожу на протяжении 4 дней и не могу никак отдать. То есть я как бы могу отдать, но вчера у нас такое было мероприятие, я провожал последний путь своих друзей. У меня собралось уже 5 концертов. И за вот 28 и 29. А 28 очень хороший был концерт, который назывался «Танцуют все». Это в культурно-досуговом центре «Шелковик». Затем 29 апреля вот здесь Ткаченко был, хороший концерт, там, где живут феи. У меня на канале есть уже один такой концерт. Будет два. Значит, я сделал его так, знаете, сперва будет такой клип, музыка такая, а после него будет концерт, потом опять будет такой же самый клип, но с другой музыкой. Вот первого я очень много ходил, снимал нашу набережную, где очень и очень много было, ну, кружков детских. После этого был концерт с 12 часов до 2, и притяни вот с 6 до 8 часов 10 минут. Была такая хорошая, интересная у них программа. Режиссер-постановщик ДК Ткаченко, которому я отдал этот файл с нахождением Зарицкого, он у меня спросил: вы выкладывали? Я говорю: пока еще нету, как бы нету сети. Ну, обязательно появится все в сети. Так, может, тут товарищи будут. Так, ну, это у нас все-таки еще улица Ленина. Тут тоже одностороннее движение, как и, в общем, вокруг ДК Ткаченко. У нас односторонняя, кроме улицы Ткаченко, она двухсторонняя. Так. Ну, в принципе, завершаем сегодняшнюю нашу маленькую экскурсию вокруг ДК имени Павла
Ткаченко. Вот новые саженцы посадили. Давайте еще посмотрим. Весна это очень красивый и красочная. Всегда краски у природы. Надо пока любоваться ими. Красками. Знаете, тут только что был окос травы, и запах очень хороший, и действительно, как вы когда-то косили косой ручной, а я косил, вот этот вот запах, он не забывается, когда косу ставишь. И уже затупленную косу начинаешь подтачивать и дальше продолжаешь косить. Ну, на этом, я думаю, можно уже и завершить наше почти уже больше 10-минутное мое шествие вокруг ДК имени Павла Ткаченко. У нас здесь 7-го вот очень хороший концерт. Приедет кто-то из главной сцены. Есть такой телепроект на телеканале «Россия», который я, честно сказать, сам никогда его не смотрел. Но зато хоть увижу эту звезду. Ну все, на этом пока. Это была маленькая экскурсия вокруг ДК имени Павла Ткаченко. Город Бендеры. 5 мая 2017 год. Без 15:04 сейчас на моих часах. Все. Увидимся на канале. До свидания.